Итак, всем привет! Хочу проверить очередные масла, которые купил в магазине. Это, в общем, недорогие. Но прежде чем эту проверку начать, хотел вам сначала показать сметану. Вот она, сметана. И как говорят, чтобы сметане ложка не падала. То есть это показывает ее качество. Видео я делал, проверял сметану на качество, поэтому можете посмотреть. Ну, это так, как дополнение. И что хочу сказать. Значит, здесь представлены масла. Значит, ну, здесь сразу видно, что это маргарин. Здесь и написано, что маргарин столовый. Значит, изготовлен Нижний Новгород, по-моему. Так, да, там написано. Это изготовлено в Москве. Это изготовлено в Пензе. Значит, стоимость такого сливочного маргарина, или вернее, как сливочник, как написано, маргарин столовый, примерно 100 рублей за килограмм. Я уж так округляю. Это примерно 220 рублей за килограмм. Это примерно почти 400 рублей за килограмм. Итак, начнем первый способ. То есть, кстати, они находились в одинаковых условиях. То есть, они были заморожены при одинаковой температуре. В морозильнике хранились. Итак, пробуем, значит, мнется он или не мнется. Но достаточно жесткий, то есть маргарин не мнется, но, знаете, достаточно мягкий. Масло сливочное написано, как видите, 82,5%. Ну, достаточно жесткое, жестче, чем маргарин. И, в общем, я сказал, что не поддается продавливанию. И масло здесь у нас, значит, крестьянское. Массовая доля жира 72,5%. Кстати, при надавливании, в общем, немного напоминает маргарин. Итак, что делаем дальше? Открываем. Кстати, везде написано, именно в этих двух экземплярах, что изготовлено из сливок. Здесь вы можете прям прочитать состав. Пастеризованные сливки 72%. Здесь то же самое написано, но здесь еще добавлено, значит, сливки из коровьего молока. Просто уточняет, что именно из коровьего молока. Ну а маргарин — просто разные жиры, которые растительные там используют. Палевое масло, растительное, рапсовое и так далее. Соевое. В общем, там целая смесь. Так, открываем. Сразу открою, чтобы мы могли увидеть цвет. Как у нас это выглядит. Потому что цвет, в общем, это говорит о многом. Так. И маргарин откроем. Ну, здесь понятно, это новый для интереса и для контроля, можно сказать, такой проверки. Сразу видно, да, что яркий желтый, здесь немного желтый и здесь светлый. Так, а теперь нужно будет что сделать? Нужно будет каждый из этих экземпляров надрезать и посмотреть, как он режется или колется. Что здесь наблюдаем? Если оно было бы 100% натуральное, оно бы так не резалось. Оно стало бы крошиться. Еще раз смотрим. То есть здесь говорится о том, что возможность присутствует какие-то другие посторонние масла. То есть растительные, там пальмовые или еще какое-то. Нет, не ломается. Легко режется. Как вы уже в прошлом видео видели, сливочное масло натуральное, оно просто колется. Так, теперь проверим это, как у нас оно будет резаться. Здесь написано 82% с половиной. Похоже, так же, как и это масло за 400 рублей. Это за 200 рублей. Там примерно 220 где-то. Тоже, в общем, оно не крошится. Пытается вроде бы, но очень похоже. Нет.
Оно достаточно мягкое, и они очень похожи между собой. Ну и маргарин. Маргарин, он, конечно, сразу режется, чувствуется, что по-другому, но недалеко похож, как и вот эти два вида. Также легко, как бы одним куском мягко отрезается и не колется. Не колется, но здесь мы знаем заранее, что здесь присутствуют растительные масла. Еще раз надрезаем. Конечно, больше похоже на сливочное масло, в отличие от маргарина. Еще раз надрезаем. В общем, два экземпляра между собой похожи. Теперь дальше, что будем делать? Растворим их в воде, посмотрим, как они растворяются, какой осадок или что всплывает. Давайте посмотрим. Итак, вода одинаковая. То есть одинаковая температура. Здесь, наверное, где-то градусов 50 температура воды. Нальем, чтобы было одинаково, а не по-разному. Ну что, значит, берем, соответственно, 3 разные ложки, чтобы было все как одинаково. И берем кусок масла первого экземпляра и кидаем сюда и посмотрим, как оно будет растворяться. Также берем кусочек, бросаем рядом. И последний экземпляр, то есть это маргарин, мы знаем, как он выглядит. Что здесь можем видеть? Надо будет приблизить для этого поближе, увеличить, чтобы было видно, что же происходит. Как они самостоятельно, так можно сказать, тают. Итак, здесь сразу видно, что масло, которое за 200 рублей начало таять, такие появились круги. То есть видно, что процесс так пошел достаточно быстро. Здесь масло за 400 рублей там где-то примерно, оно не выдает никаких кругов, то есть как бы вроде бы не растворяется. И растительное мы видим, оно не выглядит, конечно, как, не похоже ни на один из этих экземпляров, оно как-то здесь по-своему растворяется. Вы видите все, как говорится, своими глазами. Теперь нужно будет все это размешать и посмотреть, как оно у нас все будет выглядеть. Тщательно размешиваем и смотрим. Тут сразу такой осадок на ложке появился. Вот такой вот. Убираем в сторону. Теперь размешиваю. Так, размешано. Угу. Кстати, на ложке, как видите, сразу, то есть она чистенькая, практически здесь, ну, есть, конечно, что-то осталось, но оно более чистое, чем маргарин. То есть, это, чтобы вы понимали разницу, вот здесь осталось, потому что это растительные разные виды маслов. Так, а на этой ложке что у нас? Ну, здесь у нас она чище, чем этот экземпляр. Итак, что мы здесь видим? Маргарин. Его сразу видно, что сливочные, вот это растительные масла, они всплыли. Здесь, давайте поближе так, чтобы было видно, как оно выглядит. Вот. Вот оно, растительные какие-то жиры там присутствуют. Теперь в середине экземпляр смотрим. Знаете, вот оно как раз больше похоже на сливочное масло. Потому что хорошо растворилось. Нет
осадка никакого даже вот не прилипла на ложку. Жир, он, естественно, жир он всплывает, но он как бы такой равномерный и красиво, приятно выглядит. Но что же смотрим вот с этим маслом? У меня, честно говоря, даже слов нету. Вроде бы растворился, а в то же время мы видим, что такие фракции, то есть похожие на растительные масла, всплыли. Конечно, нельзя точно сказать, это нужно все в лаборатории брать, проверять, чтобы точно установить состав того или иного вещества, или там маргарином и масла. Но здесь я хочу сказать, что вот такое масло, оно уже мне не нравится, потому что здесь оно всплыло. И в прошлом видео, как я повторюсь, натуральное сливочное масло, оно больше похоже вот на это. На этот экземпляр. Возможно, здесь какой-то присутствует краситель, потому что цвет более ярко выраженный. Здесь тоже похоже на краситель. Но в то же время, видите, что присутствует? Жиры. Это растительные жиры. Так, здесь я немножко с ценами ошибся. Ну, не сильно, но тем не менее. В общем, маргарин стоит 100 рублей. Масло пучинское, вот это стоит 255 рублей. Вот по чекам смотрю, уточняю. Значит, и вот это 72% масла стоит 375 рублей. Ну и последний эксперимент проведем, проверим масло на сковородке. Итак, пока сковородка нагревается, хочу сказать, что я всегда смотрю по цвету. Например, первый экземпляр, более дорогой, он мне по цвету больше нравится. Но это, конечно, не показатель. И определяю его также на запах. Пахнет сливочным маслом, такой ярко выраженный. Подешевле экземпляр не так явно выраженный, но приятный запах, то есть менее, скажем так, агрессивный. И, ну, маргарин, он есть маргарин. Он пахнет маргарином. Итак, берем маргарин кусочек, кладем сюда, пока нагревается. Также берем более дешевый вариант, кладем сюда и подороже вариант сливочного масла. Итак, мы видим маргарин, сливочное масло 82,5% за 255 рублей и за 375 рублей. Сливочное масло 72,5%. Что мы сразу наблюдаем? Как у нас плавится маргарин? Видите, как он отличается? Так, сковородка, наверное, полностью не разогрелась. Сейчас я подвину, чтобы было более четко, скажем так, видно. Вот так. Сливочное масло, видим, как оно более дешевое, тоже расплавилось, но оно больше похоже тоже на масло сливочное. Здесь это кусочек, он немножко подольше, но, наверное, более холодная часть сковороды, поэтому не успевает. Вот, все, процесс пошел, очень интенсивно пошел. И что же здесь мы наблюдаем? Кстати, зашумело очень, ну, сильно, в отличие от этих. Как будто есть, присутствует, может быть, вода, что ли, я не знаю. Ну, вряд ли, наверное, вода, но видно, что она как-то реагирует по-другому. Здесь поспокойнее, и здесь тоже очень поспокойнее. Сейчас мы подождем, когда процесс и масла испарятся, и мы увидим, что у нас остается на сковородке.
и на сковороде. Так. Ну, такой осадок, можно сказать, приемлемый. Ничего такого пока особенного здесь не видать. Здесь, ну, маргарин, видно, что жир обычный, сливочный. Что здесь я наблюдаю, что здесь походу присутствует больше красителя, потому что вот здесь цвет он более яркий. И уже сразу видно, что появляется осадок. Что за осадок, я не знаю точно. Ну, какой-то сразу осадок проявился. Ну, не сказать, что прям какие-то ошметки. Еще ждем, когда все это дело испарится. Итак, какой итог? Что мы видим? Мы видим масло за 375 рублей, масло за 255 рублей и маргарин. Ну, с маргарином здесь и ясно, как видите, тоже присутствуют какие-то ошметки, но не так много, в отличие даже вот от этих сливочных масел. Ни один тест мне не понравился, потому что мы видим, что-то присутствует постороннее, потому что оно присутствует какие-то вещества пригоревшие, что в натуральном сливочном масле такого не должно быть. Видите, оно даже какого-то, ну, что-то такое вещество черного цвета, то, что перегорело. Смотрим здесь. Как видите, оно немножко отличается, в общем-то, другим каким-то составом. Здесь более плотные фракции. Ну, что тоже не радует, что что-то здесь присутствует. А присутствовать может только... разные вещества, конечно, могут присутствовать. Но, в частности, я полагаю, что присутствует пальмовое масло, либо какие-то другие растительные масла, или жиры неизвестного происхождения. Потому что, на мой взгляд, по тем опытам, которые я проводил, вот таких вещей в сливочном масле не должны быть вообще. Ну, можно подвести итог, что по первому тесту, первый тест они не прошли, потому что куски масла, они должны были колоться после заморозки, но этого не происходило. То есть они резались и достаточно ровно. Это говорит о том, что присутствуют какие-то другие вещества. Первый экземпляр мне вообще не понравился, когда он растворился в стакане с горячей водой. То есть сразу было видно, что присутствуют посторонние вещества, какие-то жиры. И в этом масле оно вроде бы стало и похоже, то есть он растворился как надо, и вроде бы по цвет как сливочное масло, но в третий тест он точно не прошел, как и первый. То есть я могу сказать, что оба они не являются 100% натуральными маслами сливочного происхождения, то есть так, как говорится, корова родила. Оставляйте ваши комментарии. Ешьте здоровые продукты. Настоящие, живые. И вы будете здоровы. На этом все. Пока. До новых видео.